чем он заключался? Событие, на мой взгляд, грандиозное, то, что оно случается именно в классическом государственном театре, потому что зритель, как вот если он сможет посетить все четыре представления, он прямо увидит ретроспективу, да, и от чего все начиналось, и к чему вот на сегодняшний день это пришло. Если в тех балетах, в тех редакциях авторы брали и выбирали жертву, которую приносили в жертву, то сейчас у нас каждый из нас, каждый из танцовщиков является, приносит себя в жертву ради того момента, чтобы получить долгожданную воду, которую он ищет.